Уже 26 лет подряд на майские дни в Чувашии съезжаются сотрудники детских и молодежных СМИ и их наставники со всей России. Организаторами выступают Лига юных журналистов России и ее чувашское отделение. С будущими мастерами пера встретился и глава республики Михаил Игнатьев. Журналистика была и остается одной из самых популярных профессий. Те, кто не мечтает стать актерами, грезит о стендапах на фоне горящих зданий, об острых интервью с политиками, о проникновенных репортажах из детских домов. Безусловно, все это есть в нашей жизни. И все это присутствует в теле, радиоэфирах, в печати. Но задача журналиста – не позировать на фоне общества, а быть непосредственным и активным участником всех процессов, проходящих в политической, экономической, культурной жизни. И, разумеется, рассказывать о них так, чтобы вызвать у читателя, слушателя или зрителя эмпатию. Этому и учат на мастер-классах волжских встреч «Окуляр пера». Я узнала, как правильно структурировать программу, как взять вкусные конфетки, чтобы каждый зритель сказал: вот, вот это здорово, да, вот ребята молодцы, работают. Как подать правильно зрителю, чтобы не просто он тупо переключал канал, а остановился и смотрел именно тебя, именно твою программу. По завершении мастер-классов наши юные коллеги смогли попрактиковаться в умении брать интервью. Все по-взрослому. Ведущая продемонстрировала серьезную подготовку, изучив биографию ньюсмейкера. Я знаю, что вы кандидат сельхознаук. Как вам это помогает вот, в вашей деятельности в политике? Дело не в том, что я имею ученую степень. Я на самом деле вырос на селе. Детство, родители воспитывали трудолюбивые, от этого, наверное, по крайней мере, вырабатывался характер, формировался как личность. Поэтому тот, который умеет трудиться не только на земле, да и во всей сфере деятельности в нашем обществе, человек всегда будет побеждать все эти трудности, которые возникают в реальной жизни. По популярности у гостей фестиваля глава Чувашии соперничал с легендарными электрониками. Юрий и Владимир Тарсуевы на волжских встречах отметили 35-летие одного из самых известных советских фильмов. Впрочем, соревнования не устраивали. Чтобы никому не было обидно, сфотографировались всем лагерем. Чувашии пожелала юным журналистам неиссякаемого вдохновения. Творите, дерзайте за талантливой молодежи и будущее, заметил Михаил Игнатьев. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.